Приветствую вас. Ну, во-первых, вы каким-то образом оказались в отношениях с женатым мужчиной. Вот это почти никогда не происходит случайно. Вот практически всегда это происходит по целому ряду причин. Вот. Ну, в частности, например, причины могут быть потребность в любви, низкая самооценка, страх одиночества и какие-то, может быть, травмы, значит, ну, детская или не детская, вот, то есть по разным причинам вы можете ну вот быть в отношениях с вступить в отношения с таким человеком. Но тем не менее очень важно разобрать причины, как вы оказались в отношениях с таким человеком. Вот. Для того, чтобы лучше понимать, так сказать, основы, да, основы, ну, именно вот истоки, истории. Следующий момент – это то, что вы не доверяете сами себе, то есть вы не можете опираться на себя, опираться на другого человека. Следующий момент – это ваша ориентированность на семью. Такая вот совершенно очевидная ориентированность на семью. То есть вы ориентированы не на себя, не на собственную реализацию, да, не на собственное развитие, а на семью. И обратите внимание, что это уже не первые ваши отношения, которые не складываются. Вот это уже, мягко говоря, вторые отношения. У вас есть еще ребенок от первого брака, и там тоже не все гладко. Значит, есть какие-то общие модели поведения, которые приводят к тому, что либо вы выбираете таких мужчин, с которыми у вас отношения не складываются, и вам это для чего-то нужно, либо есть что-то еще, либо какие-то ваши действия, значит, мужчина от вас ну, какие-то ваши действия отталкивают людей, вот. И это очень тоже такой, ну, это тоже очень важный момент здесь, чтобы вы понимали, да, поисследовать, значит, ну, ваше поведение, вот, чтобы его изучить. Вот, в принципе, такой ответ можно вам дать. Значит, в принципе, все. Я бы сказал, что наличествует еще, вероятно, элементы любовной зависимости. Это связано с идеализацией мужчины, это связано, ну, то есть вложение в человека, вкладывание в человека определенных черт, качеств, которых у него на самом деле нет. Ну, на самом деле нет этих качеств. Вот. Идеализация происходит не просто так, идеализация происходит в силу ряда причин, это тоже важно понимать. То есть вот, наделение человека другого тем, что вам хотелось бы.
Вот, не станет ли вам хуже, возможно, станет, потому что вы потеряете последнюю надежду, возможно, на продолжение отношений, но, на мой взгляд, это на пользу только вам пойдет, потому что вы, в принципе, достаточно адекватные вещи говорите, когда ну, когда пишете, что если за полгода он не пришел, то он не придет. Вот. Это правда. Ему так удобно, и менять что-либо ему не с руки, к сожалению. Вот вообще нужно понимать, что как бы мужчина довольно ленивый. Существа и просто так делать ничего не будет, не будут. Вот. Понимаете, такая штука. Ну, а вам нужно выяснить, как так получилось, что вы готовы быть не единственной женщиной, готовы ждать. Да, что же вы себя, образно говоря, так не любите. Вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это вам было полезно. Я надеюсь, что, ну, мой ответ будет вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Если этого не произойдет, вот. Я имею в виду, если этого не произойдет, ну, самостоятельно, да, то обращайтесь за помощью к психологу, вот, к любому из специалистов, он вам поможет. Вот. Подвешенное состояние у вас будет до тех пор, пока вы не будете полагаться на себя, пока вы не будете доверять себе. Причины, почему вы себе не доверяете, нужно выяснить. Вот. И, собственно, этот самый сценарий, при котором у вас не складываются отношения с мужчинами, тоже нельзя списывать со счетов. Здесь отношения с мужчинами вообще необходимо анализировать, в том числе, вероятно, с вашим папой. Удачи вам! Всего самого доброго!